риэлторши документы какие-то запрещено было. Крестить, молить, ну все это. Андрей мне рассказывает картину, что там... Андрей читал эти бумажки. Он говорит, да, я согласен. Слышала я просто... Было ли такое? Просто не вот было, чисто по-человечески. Такое. Просто у Ирочки... Да? Вы ответьте на вопрос, пожалуйста. Правда Нет, ли, что она, вы поднимали она руку Ирочке, и толкались, начала... и тряпку бросали? Нет, было такое? Она подошла к Ирочке. И вот Устинов там ей уделял внимание. Встречал кто-то другой. И каждый день. А чем вы, почему бы это просто не рассмотреть как достойное, мужественное поведение, правда, благородного мужчины? Да, ничего бы это не смотрите. Знала очень хорошо, потому что у нас всегда было... Дело не в этом. Я уже забыла, что я говорила. Он нас приглашает к себе пить чай. Лет так. Мне, вот сын. Были такие хорошие отношения. Вот я хотела рассказать. Лет. Вот главный вопрос мама, сегодня в студии. Пусть говорят. Марина, ответьте, пожалуйста, честно, от души. Ваша цель, вы хотите отжать квартиру у Валентины? Нет. Скажите нет. Честно, как ни есть. Ни в коем случае. Вот перед всеми нами дайте обещание, что вы не будете этого делать. Андрей, как... И, заметьте, заявление в средствах массовой информации приравнено... Я, Дмитрий Борисович, пусть говорят.